Так, лаборатория. Здание берет 6 граней, 6 кубиков, чтобы создать кубик-конструкт. Кубики сгинут в процессе. Включить 2 исследования. Так, сейчас. У нас, правда, все замерзшие. Мы можем отсюда пока перекинуть. Смотреть, что это. Так, здесь у нас 8 секунд. Так, оба за... Так, любой. Извлеченные грани. Так, ну, допустим, вот этот. А, они сейчас сгинут. Хотя обидятся. Так, хорошо. Извлеченные грани. В принципе, так, а нам нужен кубик конструктора. А, ну он и будет кубик конструктора. До 8 его можно будет прокачать. Хорошо, так, еще исследование надо. Так, это плохо. Так, а где у нас? Эли у нас много. Так, надо все-таки еще один ставить. Районный центр здесь не в тему. Вроде здесь-то хорошо, а до этих не тянет. То есть лучше, наверное, районный центр. Не то нажал. Да, блин. Не в ту сторону. Район центра все-таки лучше ставить через две. То есть две и потом его. Он хватал и отсюда, и отсюда. На 3 клетки уже его не расширить. Так, хорошо, ставим его здесь. Тогда можно, да, можно убрать, можно оставить. Пускай стоит, раз уже сделали. Так, один. Теперь размораживать. Да еще будет создавать. Вот эти тоже действовали. Можно поставить. Так, строить, строить, строить. Так, районный центр. Здесь. По идее, должен зацепить, да. Две столовые можно. Хотя отсюда поставить тоже зацепится. Так, вот, наверное, чтобы лучше это улучшилось, сюда поставим. Все, у нас эти работают. О, хорошо. Так, кубик один сюда. Так, второй пока не можем. К сожалению. Так, размораживать придется все. Скоро конец зимы. Не разморозится, потому что как-то долго их разморозить. Надо, конечно, надо было просто выбрать, какие разморозить. Так, так, так. Ладно, пока исследования воткнем. Инспекторы. Увеличивает производство ресурсов во всех зданиях в городских районах. Облучение. Камера усиления усиливает случайную дополнительную грань. Так, вот это, наверное, возьмем. Хотя вот дома можно использовать любыми кубиками, тоже было бы хорошо. Ну да ладно. Облучение. Это важнее. Сейчас мы сделаем кубик мечты. Сюда один, два сюда, опять чинить, можно прокачать добычу, надо бы, конечно. Так, пшеницы больше, тоже, в принципе, надо бы. Производство или тоже надо, много чего надо. Так, с лабораторией что у нас тут? Открывает лабораторию, берет 6 граней, бла-бла-бла. Так, лаборатории становится не нужен. Отлично, вот это берем. Не ждем.
кидать. Просто можно идти кидать туда и все. Так, ну, конструкт нам вернется. Так, а здесь почему-то один. Надо это прокачать. Быстрее будет это тогда. Он сразу сейчас на тройку пойдет. Все, все у нас на тройку стало. Так, хорошо. Делаем еще один. Двойку. Так, что нам? Дерево надо. Там главное сюда не попасть. Так, а там, в принципе, можно из этого. Из этих у нас нету. Так, все, у нас 12. Пока нельзя. Конструкт мы не будем трогать. Точнее, будем использовать его. Так, вот тебя тогда скидываем. Так, тебя скидываем. Так, эти у нас не очень довольны. Сейчас мы родим им других. Так, этих у нас 6 почему-то. Ой, 8. Надо бы их тоже скинуть. Но их пока скидывать некуда. Так, так, так. 8. А, вот надо прям скидывать. Построено. Это если вдруг паника начнется. Так, либо в жертву его придать. Так, в жертву. А этим будем создавать новое. Так, вот немножко порадуется. Сюда один раз сделать. Так, еда. Так, создавать пока не надо, здесь у нас один остался. Сейчас что-нибудь, вот последний. Кидаем сюда и смотрим, что у нас получится. Все, получился конструкт. Все 6, прочность 16. Без всяких эффектов. В принципе, это даже плюс. Нет никаких эффектов. Здесь, конечно, мощность это хорошо, прочность 32. Но не всегда бывает так хорошо. Так, и усиливаем его теперь. И 2. Так, теперь нам надо прокачать, чтобы нам травы не требовались сюда. Это у нас... Так, во-первых, вот здесь, да, вот это надо прокачать. Так, дальность не так обязательно. Так, обелиск. Это потом, ближе к концу. Камера усиления становится не нужны травы. Так, вот это берем. Начинает давать один дополнительный силы грани. Берем. И это тоже возьмем. Так, где он наш? Ждем. Так, у нас один сломался. Заметил поздно. Да, в принципе, их так много. Можно и все поломать. Так, вот это надо прокачивать. Прям по максимуму. Золото у нас пока есть. Правда, не так много. Так, второй какой нам нужен? Надо какой-нибудь второй еще сделать. Пока не надо ничего делать.
Это все на восьмерку сделаем. Быстрее собирать ресурсы. Дальше изучать. Так, это нам дает по 3. 4. Быстро все выкапывать, весь лес, все. Все-все собирать. Так, прокачиваем, пока у нас, в принципе, они в плюс уходят. Так, пшеница, мельница, еда, эль. Нет смысла делать лабораторию. Самый плюс это вот такое вот сделать. Чисто на собирательство. А здесь как раз таки зависит от граней. То есть я знаю, что всегда, в принципе, всегда вот у нас единица. Единицу надо прокачать. Качать нужно золото, золото нужно. Налоги. Налоговая. Так, надо собирать только в окружности. Она не прокачана. Она вроде прокачивается от совета. Если так налоговую не прокачать. Радиус ее. Так, во-первых, столовую можно, да, прокачать. Ладно, налоговую тогда пускай рядом стоит. Так и быть. И берет отсюда. Так, эту закрепим. Так, у нас почему-то 11. 1 сделать. Так, совет. Делишь опытом. Все вновь полученные кубики получают 1 дополнительной силы на сбор. Точный инструмент. А мастерской требуется на 1 меньше. Вот, в принципе, вот это хорошо. В целом. Обязательные раскопки. В начале каждого сезона получите 2 камня. Так, делаем, наверное... Хотя нет, точно инструмент это не так обязательно, потому что мы можем один кубик сделать такой же из 6 граней, чтобы там везде было хотя бы по 2, по 3. В принципе, будем постоянно много-много знаний все прокачать сможем. Поэтому, наверное, пускай будет лучше вот это. Вновь полученные кубики. Хотя, от этого, грубо говоря, смысла не будет дальше. А здесь, в принципе, пускай будет это. Так, а здесь мы сейчас, да, будем делать такой кубик. Ну, конечно, зелененьких полежит. Но ничего, мы сможем их... Где у нас школа? Вот здесь мы можем делать их
плюс еда. Так, нет, нет, нет. Такой мы не будем тратить. Полезный опыт. Видимо, не такой же он, не такой уж он полезный. То есть через конструкты делается через этот. Через кузню. Через лабораторию. Без эффектов. Так, ладно. Еще один. Еще терпят. Так, получили. Теперь нам надо его тоже прокачать. Так, где мы это заблокировали? Давайте сначала прокачаем, чтобы хотя бы минимум было 2. Даже на 3. Заморозился. Так, теперь прокачиваем вот этот. Здесь хотя бы было 3. Со всех сторон. Цель еда. Пшеница Эль. Все прокачано. Так, тройка. Так будет проще, получается, мы его кидаем. Он вернулся. Замерз. Так, надо тоже как-нибудь взять в этот радиус. Так, не получится. Ладно, ничего страшного. То можем постоянно его использовать. Так, собирать надо камень. Так, эти, в принципе, нам больше будут не нужны. Если у нас есть этот камень, конструкт, то в этих уже нужды такой нету. Их сломать вообще. Так, либо сделать один камень кубик. Вот эти шестеренки тоже, в принципе, будет неплохо. Он будет ругаться всем скоро. Да, вот надо под тройку сделать. Так, это мы улучшаем эту грань. Так, дерево все есть. Так, нам надо вот это прокачать еще раз. Ну, когда понадобится. Так, здесь пускай лес хоть куда-нибудь. Так, эти починить. Хотя, наверное, скорее всего, пока не надо. Потому что сейчас они уйдут у нас. Так, вот это уходит у нас. Это тоже. Так, 3 готово. Так, 4 у нас осталось. Это очень плохо. Ладно, у нас есть 2 крестьянина. Да. Так, это краски туда надо. Так, ладно. С это прочность. Так, этот сюда.
они рассержены. Это плохо, значит, надо... Надо успеть создать новый. Так, теперь сюда бы надо успеть. Один, одного не хватит. Так, вот начались забастовки. Это плохо. Так, а здесь у нас два только есть. Тройка, три мы никак не получим. Именно эти забастовки начались. Ладно, они пройдут. Вот они прошли, но они опять начались. Именно дом. То, что нам нужно, именно там. Так, тогда по-быстрому. Тактику не ту выбрал. Сначала все наделать 12. Без кубиков вообще плохо. Прям чувствуется сразу. Ничего не сделать. Так, теперь сюда. Совет. Так, созданные дома кубик крестьян начинают с полной прочностью, удваивают производство еды во всех зданиях в крестьянских районах. Это хорошо. А с какой требуется? Так, берем это. Еда. Краски нам здесь, наверное, понадобится. Так, кубик один получился. Немножко дружелюбнее станут. Правда, они опять начнут ругаться. Ладно, еще два раза потерпят. Так, это, конечно, заранее лучше подготовить. Так, а если мы сделаем... Ну, в принципе, можно было не только... Можно было сделать зелено-желтое. Хоть бы это не меняло. Ладно, пускай будет полностью зеленый. Будут. Так, зато у нас есть полностью такой кубик. Это хорошо. Так, теперь это еще надо прокачать. Как раз таки одна грань. У нас все, в принципе, не нужны. Это тоже, на самом деле, можно убрать, потому что он такой хаотичный какой-то. Да, его можно пожертвовать. Нет, туда мы не будем жертвовать. Или, в принципе, можно. Избавиться. Так, все, мы сделали, значит, у нас есть книжки, есть эти шестеренки, есть у нас сбор. Так, от этого, наверное, бонуса никакого не будет. Три. Да, бонуса нет. Так, добычу расширяем. Производство. У нас нету хижин. Молочной фермы у нас тоже нету. Здесь у нас... Так, ну, нас, слава богу, никто не сжигает. Эти у нас сжигают и сами. Недовольные будут. Тоже не надо. Так, ну это, в принципе, пусть будет. Аванпосты тоже.
Камера усиления, камера усиления. Так, башня. Ну, пускай просто открывает башню. Ничего мы ставить пока не будем. Ну, пусть она будет. Так, с этим тоже надо что-то сделать. Второй кубик, конечно, такой не хочется делать. Конструкта. 7, кстати. 7. Камень можно добыть. Отсюда добыть 9 плюс 5. Отлично, еще и золото. То есть получается, в принципе, нам налогов это и не нужно. Можно просто камень добывать этими вот семерками всякими. Попробуем еще раз. Вот у нас восьмерка, кинем его сюда в камень. Посмотрим, сколько золота сейчас дадут. А сейчас не дали ничего. Ну ладно, не всегда это работает. Тем не менее, хорошо. Хотя бы так. Так, 3-3-3-3-3. Так, все, этим можно, в принципе, спокойно сейчас крутить, мутить. С этим сделать, переделать их. Следующее. Так, нам надо, наверное, сделать еще восьмерку вот этих строителей. Конечно, опять забастовки будут. Да ладно. Так, в принципе, можно, чтобы они были вперемешку. В принципе, ничего страшного. Думаю, что или это, какая разница. Главное, чтобы было по тройке, по четверке. Так, и сейчас дебош устроит. Так, вот это надо прокачать хотя бы до тройки. Так, или отремонтировать пока что. Пока отремонтирую. Не было вот этих единичек всяких. Так, кидаем строителей. Так, теперь надо этих наделать. Было бы сделать всех одного цвета. Да, разницы-то нет. Нет, не будем запариваться. Так, ругаются. Пускай еще больше ругаются. Так, у нас есть конструкт теперь такой. Хорошо. Надо его прокачать до, хотя бы, не знаю, 4, наверное. Все, по 4 было. Так, это тоже надо прокачать хотя бы до тройки. Так, это не важны. Смотрим.